Вот, видишь? Охренеть, нет. Кей, немс, ущелью. Опять подвисло. Жоку, давай, кто? Твою мать, мне писать, почему не ставим. Давайте, у меня просто жесть происходит. Блять, вот сука. Я говорю, надо было подождать. Ну, двадцаточку я ёбнул, как бы, но раунд мы въебали. 15-16, 20-21. У Андрея 21, красава. 21. После босса сложно нормальные игры перестроиться. После босса? После постула. Блять, не успел дотащить. Вот да, скотина. То ли они пиздатые, то ли мы дауны какие-то отсталые. Ну, не у всех же подвисает. У меня секунды на 2, на 3 может подвиснуть полностью игра. У меня вроде не подвисает, но я нихуя не сделал. Плохо. Очень плохо. Верн. Сколько там еще устанавливается? Как обычно вы мне говорите, про что там за дерьмо Андрей накачал? Блин, мне опасно. Вот, видишь, хоп, сейчас меня собьют нахуй. Да. Ловись-ка, повис-ка, не вовремя. Ну они решили тут уже атаковать. Все, у них минус 2. Кура и гром, походу, есть. Ебать. А они уже откуда? Куда вообще снесли? Я не понял. Громчику. Да здесь никого нет. Он, значит, сзади в окно вылетел. Ой, извини. Чернолопый. Андрей, выходи. Так. Сейчас подвиснет меня. Да. Несло, погодите. Кура наверху. Вау, жока. Успела. Кура сзади. А там окно не выбито было, он был. Аккуратно сзади кура. Шмонька, блядь, паршивая. Да, блядь, парамочки. Да, да, я иду, я шурик, куру там. Подвисло. Да, блядь, ну в смысле, я же тебя стрельнул, почему ты не сдохла? Да, они нам прям нахуярили нормально уже. Кто там полетел вверх? Меня подпитать, я ж полетел наверх, вы понимаете? Я знаю, сколько ты банк. У меня летунья. А мы, кстати, играли с Андреем тогда вдвоем, когда все вышли уже. И чувак в лифте просто умер. Мы с ним не поняли первый раз такой. Только не здесь, а там в этом. Из первого лифта карты как надо. Но умер, он просто умер. В лифте. Провалился куда-то. Сейчас у меня подвиснет сейчас еще раз. Я там сделал два минуса как раз, мы всирали по полной, вот там, где стройка вот эта открытая. Бейте так его. Пиздата, ёб твою мать. Меня погромили. Да, да, бьем. Да все, я всех освободил, все.
Там сзади где-то блядские куры меня схватил. Иду. Во. Там ты сдохнешь. Байлочку нашел, помогите. Я тоже байлочку. Чем помочь? А, спасибо, помогли. Меня звездать. Уходим, уходим. Нет, тебя не бьют, стоишь просто. Да блин, погодите, возьмите таблетки. Я буду делать 7 кп сейчас. Бляха. Блин, кто стрелял таблетки из-под носа? Давайте скину. Сука, меня поцарапало 2 раза. Блин, подвисло. Блин, таблетки исчезли. Ребят, ребят, у меня тут жопа. Схватили, схватили. Как же, блядь, нас ебошит. Люба, ширяйся и беги. Да ёбш. Да, напиздошили, блядь, будьте нати. Зато мы сейчас будем играть за заразу. Да? У меня даже до этого не записали. Ну выиграли. Молодец. Просто молодец. Блять, меня заебала ебучая реклама, нахуй, на Твиче. Хочешь быть известным? Нет, блять, не хочу. И чё, она всплывает, когда ты заходишь? Нет, мне просто боты пишут. Або, блять, долбоёбы, которые... Которые заходят, типа, начинают в чат хуярить, типа, что мне понравился твой стрим, и... Типа, хочешь, я сделаю для тебя, блядь, оформление? Мне нахуй не нужно оформление, я, блядь, сам дизайнер, сам себе все сделаю. Люба такая зависла чисто на лесенке. Thanks, Playground. Опять зависла. Ты же можешь сейчас прям отключить их. Не могу я сейчас включить. Это надо заходить туда и отписываться, а это сейчас надолго. Блядь, опять повисло. Silent Hill Radio Sounds. Подумай, тебя сейчас вот там очень легко, мне кажется, снимут. Падать прям на них и взрываться. Блять, как же неудобно сидеть, когда же столик придет. А ты на чем? Я на себе, на кресле, все. Он на Твиче. Слышите, он на Твиче. Да, да. Я думал, твой друг. А это не бульба, нет? Нет, это не бульба. Я не увидел, что они обратно зашли, я попрыгнул, у меня все подписывается. Сколько у меня еще одна компания снимает? Андрей, не прыгай, тебя ща выебут. Да мне и так что-то сделают. Не, ну если очень хочется, то в принципе можно. Чипчеринка, не спешите, пожалуйста. Все повисает, вообще страшно. Лёш, если ты... Ага, идем вперед, понял? Хуя ты, блядь. Конспираторша. Вот ты ему еще подмигнула, да? Лёш, понял? Понял. Ну же, может, посмотреть, у него стопудово 2 монитора, они там все такие. Отвечай, все, кто стрим снайпит, они, блядь, все сидят там, у них 10 моников, долго сараунд, вся хуйня. На VR-очках сидят, полное погружение. Кто-нибудь первый, Андрей, хватай. Макс! Лёш, пошли, бегу, блядь, не бегу. Бля, я еще в дверь проскочил куда-то. Че, нихуя? Да ты
Я так не реально играть, у меня скоро 0. Я подвисаю.